Георгий, стартовал сезон для русских «Витязей» в Подольске. Как прокомментируешь первый матч? Не очень удачно. Рассчитывали на другой результат. Болельщики пришли. Давно не играли, особенно перед болельщиками. Хотелось бы извиниться. Мы не планировали так играть. Что-то пошло не так. Завтра будем отдуваться. Поэтому ждем завтра болельщиков. Спасибо им большое за поддержку. Ваша тройка, Демидов, Савин, Смирнов, самая забивающая у нас в команде. Как считаешь, чего не хватило сегодня и в чем нужно добавить завтра, чтобы достичь желаемого результата? Где-то не играли давно вместе. Там то в КХЛ кто-то, в первой команде. Поэтому где-то сыгранности не хватило, но в конце уже более-менее прощупали игру. Поэтому я думаю, завтра добавим в этом, в реализации, во всем. Давай пригласим наших болельщиков на второй матч. На, приходите, болельщики, болейте за нас. Очень ждем, помогает. Прям очень этого не хватало в том сезоне. Но в этом сезоне вот первая игра, я могу сказать, что очень помогает. Но где-то мы не оправдали ожидания, но будем исправляться. Спасибо, желаем успехов. Спасибо.